негативные результаты этих исследований, вы видите, что при использовании суррогатных конечных точек за счет уменьшения размеров выборки теряются многие побочные эффекты, которые выявляются при более длительных клинических исследованиях. Ну вот хорошо известные, допустим, суррогатные точки, которые касаются склероза, и ВИЧ, и остеопороза, но вместе с тем вот применение этих конечных точек, оно может и очень